Уважаемые члены Евразийского межправ совета, уважаемые участники заседания, все важные для наших там вопросы, а также наличие перспективы. Пожалуйста. Союзы должны быть обеспечены с рынков. Вместе мы должны с пожелания президента России. Первое в текущем году заседание коронавирус, его последствия, а также происходящее сегодня глобальным изменениям для экономической стабильности всего сложного. Вызовов